Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! Сегодня, как ни странно, у меня на обзоре всего лишь одна посылка. Конечно, очень долго я намучилась с этой посылкой, потому что эта посылка шла на имя моей дочери. И также номер телефона был указан тоже моей дочери. И мы были все по работах и по школах, и нам ее привозили, и в итоге там оставили всего лишь смс-ку, сказали, что мы не смогли вам привезти эту посылку, потому что у вас не было, не было людей дома. И что же получается? Это фирма DHL. Эту посылку нам прислали с Германии. Вот даже написано. Германия, Франкфурт. И что же, это DHL, короче, он привозит всего лишь один раз. И если вас не оказывается дома, он куда-то ее на какой-то склад отвозит. И мне, конечно же, смотрю я в трек-номере, говорит, что типа трек-номер уже вашу посылку, вы не можете ее больше получить. И говорится, что всего лишь 3 дня, и посылка поедет обратно. Но уже к тому времени, когда я это все увидела, прошло буквально 5 дней. Я уже испугалась, написала продавцу, думаю, все, короче, посылка едет обратно. Эта посылка за цент и али монетки. Мне кажется, около там, до 2000 али монеток. И всего лишь 1 центик я заплатила. И что же это такое? Хочу вместе с вами ее рассмотреть и посмотреть, что же можно выиграть всего за 1 цент. Но, слава богу, связавшись с продавцом, это я уже отступила от темы, слава богу, связавшись с продавцом, он мне сказал, нет, все-таки посылка находится еще там на складе, иди и забирай. Короче, в итоге я побежала быстренько с утра, сразу же на следующий день, и, слава богу, посылка оказывается там. Ну и все, она у меня в руках. Давайте смотреть, что же здесь мне пришло, и, конечно же, какой ответственный продавец, все-таки, знаете, что быстро выходил на связь и все нам мне рассказывал и успокаивал. Итак, смотрите, как все упаковано. Наверное, все-таки посылка вверх ножками. Так, но это 100%, чтобы не разбилось. Вот столько, кучу бумажек мне наскладал туда. А коробочка всего лишь маленькая. Но тоже непонятно, потому что коробка, как правило, знаете, вот за коробку, именно за высоту и ширину коробки тоже это все оплачивается. Сам продавец должен будет оплатить. Итак, вот маленькая коробочка. И вам покажу, что это такое. Та-дам! Это лампа 72 ватта. Я очень была в шоке, что я ее все-таки сумела выиграть. Так, ну что, будем смотреть. Так, так, так. Ой, она тяжеленькая такая. Реально, у меня предыдущая лампа, конечно, она легенькая. Так, ну это что это такое, я не знаю. Это, наверное, все-таки какой-то лист. Даже непонятно, потому что здесь не указано никаких дат, ничего, вообще никакого, нигде ничего не записано. Ну да ладно, может оно и не надо. Я думала, что это все-таки как бы гарантийный лист, но так как здесь никаких дат, ничего не указано, даже ничего вообще, так что он, наверное, нам без надобности. Давайте смотреть нашу лампу. Итак, здесь идет вот такой вот блок. Так, ну адаптер, а что здесь? Ну вот такие вот параметры у этого адаптера. Посмотрим, какой длины кабель. Ну, надо будет замерять. Сейчас замерю, какой длины кабель. Но такой не очень длинный. Мне кажется, метр, да. Где-то метровый кабель. Ну так, я люблю, когда кабель подлиннее, знаете. А то у меня предыдущие лампы, как мне кажется, даже такой же. Но не очень удобно, когда кабель не длинный. Итак, лампа. Та-да-та-да-та-та. Ух ты! Красивая. Слава богу, не треснута, не побита. Продавец, конечно, хорошо все сделал, что он хорошо ее запаковал. Итак, и вот такая вот какая она внутри. Мне очень нравится, что здесь еще идут ячеечки для пальчиков, хоть оно чуть-чуть
неправильно, хотя, ну, как-то не очень подходит под вашу ручку. Так как, смотрите, если поставить, ну, как-то, не знаю, не подходят мне ячейки под мои ноготочки. Но все равно есть, как бы, знаете, чтобы вот часто вот люди берут и прям сунут эту руку прям в конец, и в итоге вот торцы, они вот смазываются. Ну, так, хорошее. Оно идет как на... А мне кажется, оно без магнитов, оно просто так идет. Да, это просто, оно кажется без магнитов. Потому что у меня предыдущее с магнитами. Итак, здесь вот такие вот лампы. Это, кстати, резинка. Кстати, хорошая такое. Я думала, что это пластик, но нет. Вот смотрите, сейчас нажимаю, оно должно вот отгибаться. Эта резинка значит, что оно не будет вам... Вот стоит и все, вот реально, даже не двигается. Это очень хорошо. Ну что, подключим и посмотрим. Так, такой мальчупунькин такой. 72 ватта. И это Sun BQ9T. Непонятно, здесь что-то, да, зашуровали. Вот видите, здесь какая-то царапина есть. Да, не очень приятненько, но да ладно. Главное, чтобы работало. Сейчас возьму наш удлинитель. Ну что, принесла я удлинитель, подключу. Так, сразу не красненькая, а синяя кнопочка почему-то горит. Синенькая. Итак, это сюда. Сразу загорается это LED. Ой, а чё? А, такой вот синий красивый свет. Итак. Я нажала на 10 секунд. А теперь, если вставляю, все? А что? А, смотрите, теперь уйдет уже на увеличение. И что, будет тоже 10? Нет, побольше. Ну, не знаю. Может, уже как-то автоматом все стоит? Непонятно. Интересно, до скольки оно досчитает? Так, посмотрим сейчас. Я потом... быстренько сделаю побольше, побыстрее, вернее. А, вот видите, оно 120 секундочек. Ну, 2 минутки, если вот так вот просто поставили ручку. А интересно, когда вот на 30 нажму. Ой. А что это оно так? Или это я прям так? Что-то слишком нажала. Ну да ладно, не буду сейчас. Давайте, короче, испытаем, как она все-таки сушит гель-лаки. У меня есть, конечно же, капризные гель-лаки. И не только гель-лаки, у меня есть капризные гели. Вот этот вот, например, Sexy Mix. Вот он серенький, и он не всегда хорошо сохнет в лампе. Потому что он очень сильно плотный, но цвет вообще шикарный. Так же, как всегда, черный, извините, это от Modelones. Черный, как всегда, тоже тяжело сохнут в лампе. Он тоже достаточно пигментирован. И будем его испытывать. И, естественно, у меня еще есть Lina белый. Какой тоже очень сильно капризный и тяжело сохнет в лампе. Но это уже не гель-лак, а это уже гель. Так что сначала хочу попробовать на прозрачной пленочке. Давайте я спущу чуть-чуть камеру. Вот так вот. Чтобы был виден весь процесс. Ой, у меня уже кисточка упала. Так, давайте сначала намажу серенький таким достаточно жирненьким слоем. Точно так же, таким же жирненьким слоем намажу черненький и также беленький. Так, кисть подняла.
достаточно густой этот гель. Ну, вот так вот, видите, оно очень такой толстый слой. И давайте поставим сушиться. Сушиться давайте поставим на 30 секунд. А что оно? Ага, а что тут прям бумажку, если просто ставить, оно не работает. Надо все-таки, наверное, что-то здесь, ну, ложить более такое крупное. Ну вот интересно, я нажала на 30 секундочек, оно пойдет до 30 или просто оно будет обратно такие 2 минуты? Или я еще как-то не разобралась? Потому что очень интересно, как-то не шло никакого книжечки никакой. Не, оно дальше, смотрите, фигачит и все, непонятно. О, а сейчас работает вес. Ладно, все, до свидания. Смотрим. Ну, поскольку, мне кажется, оно не высохло. Смотрите, вот видите, вот черное потрогала, оно уже, кисточка у меня черная, так что 30 секунд оно не подходит. Это серое. Ну, серое уже лучше высохло. И белое. Белое тоже чуть видно, что оно не высохло. Так что на 30 секунд... Лампа не подходит, не высушила она полностью. Вот, это отошло хорошо. Ай. Прям реально такой твердый. Но похоже, что... Не, оно здесь, видите, оно здесь кармашек такой. Вот, оно даже вылезло чуть-чуть. Ой, не видно, извините. Вот тут вылезло, вот кармашек такой. И оно вот не просохло. Серенький не просох. Черный то подавно не просох, мне кажется. Вот смотрите, прям капля у меня осталась. Ой, прям вся измазалась уже в черном цвете. И белый. Не, а белый, смотрите, даже ломается, так как он это гель. И он уже не такой вязкий, как гель-лак, он более твердый, поэтому он ломается. Но здесь прослоечки все-таки вот видно, что он не просох. Так, с этим на 30 секунд экспериментом надо закончить. И давайте попробуем все-таки на одну минутку, да? И вообще, как правило, вот говорят, что одну минутку надо сушить вот именно вот такие вот проблемные гели. Ну и давайте заново попробуем обратно таки просушить. Или минутку нам подойдет, или нет. Точно так же почти, мне кажется, что густота одинаковая, хотя можно и побольше чуть добавить, чтобы уже наверняка. Так, и беленький. Но, повторяю, белый – это гель, это не гель-лак. Но достаточно капризный. Кто работал с этой линой, все мы хорошо знаем, мне кажется, эту лину. Это первые гели, которые мы заказывали для тренировок. Потому что они самые-самые дешевые. Ну что, ставлю и на 60. А что это оно как-то? О, как-то с третьего раза... Нажалась. Итак, поставила на 60 секундочек. Так, ну что здесь на самой коробке? На самой коробке ничего не видно. Никакой инструкции. Здесь вообще все без инструкции. Просто сами параметры лампы. Само название. И пишет, что всего лишь 72 ватта. Итак, смотрим, или оно справилось с одной минутой. Минуты, короче, тоже это черный гель-лак не справился. Смотрите, оно все черное. Вот как вы видите. Конечно же, слой был достаточно толстеньким, но тем не менее, все равно чуть обидно. Этот серенький наш цвет.
Ну, серенький, походу, хорошо просох. Да, смотрите, он даже стал такой рыхлый. Очень рыхлый, честно говоря, не ожидала. И белый. Белый, походу, просох. Чему достаточно рада. Но он, блин, если это гель, да, так он должен был достаточно толстый быть. Я имею в виду, если вот как использовать, если гель, да, вот там Apex или что, вот если им делать. Но мне кажется, что все равно не хорошо просохнет. Нет. Ну давайте попробуем большую каплю вот белого. Мне вот чересчур интересно большую каплю белого, так как это гель. И если им делать вот, например, французский маникюр, и вот нам нужна большая капля геля. И проверим заодно. Вот большая капля такая геля. Не знаю, ли видно, вот вам достаточно, как раз, мне кажется, сойдет для этого. Вот сейчас нажал на 99, вот не знаю, или оно будет 99, или как. Видно? Не видно. Ну, просто мне как-то, мне всегда казалось, вот у меня предыдущая лампа, там не идет на возрастание, там идет на уменьшение, а здесь наоборот. Вот и непонятно, когда остановится. Реально. Да. Ну, а мою предыдущую лампу, кто еще не видел, какая у меня предыдущая лампа, с которой я уже давным-давно работаю, то у меня Sun X5 Max, мне кажется, да, вот она, вот никаких погрешностей с ней нет, она работает шикарно, она прогревает хорошо, все гель-лаки просвечивает, я имею в виду, высыхает, так что она мне очень сильно нравится. Если что, ссылочка на мою предыдущую лампу будет внизу под видео. Ну, а это так, как бы можно сказать, на замену. Да, все-таки очень довольна, что все-таки что-то есть на замену, а то вдруг, знаете, вот вдруг что-то случится с моей любимой лампой, а надо будет делать ноготочки, а под рукой не будет ничего хорошего. Но, тем не менее, все-таки хочу спасибо огромное поблагодарить моего продавца этого лампы, он выходил всегда на связь. И помогал мне разобраться, что где моя лампа находится. И, конечно, сказать, что он ответственный, то все. Так что, как бы, большое спасибо, да, продавцу. И это он, я говорю, он мне не проплатил за рекламу. Это я просто хочу вам показать, что именно можно выиграть за 1 центик. Да. Итак, 99 секунд было. И... Ну что, отлепилось хорошо, но, смотрите, отлепилось и сразу же тут показалась нам капля геля, так что он вообще не просох, тут прям большая подушка не просохшего геля. Ну, да, вот это вот такая вот погрешность с этим гелем Лина, вот тонкий слой еще просушит, а вот уже как для наращивания он вообще не подходит. Ну, вот такие вот у меня были гель-лаки, вот такой вот обзорчик, что все-таки лампа, можно сказать, не справилась, но не всегда погрешность в лампе, еще погрешность в самих вот материалах, потому что вот реально, вот у кого просыхает этот гель, напишите мне, кто, конечно, еще у кого он еще в остатках есть, потому что сейчас, ну, тяжело его найти, хоть не тяжело, на AliExpress он всегда есть, только под разными там именами и то все. Но все-таки я очень довольна, что у меня появилась другая лампа. Конечно, буду еще испытывать вот именно эти все. Ой, что это я нажала, и оно уже сразу пошло. А, ну оно, видите, оно легенько тут перекрывает. Все легенько. Да, 60 секунд. Это я, наверное. Ну вот, хорошо, как бы сейчас все на видео прям. Реально, вот клоцаю, оно уже все само работает. Наверное, все-таки надо посидеть и подумать. Ладно, выключайся, я не хочу. Ну что, надо еще разобраться, как она именно работает, потому что вот реально, сенсоры так работают, все, а вот именно как вот эти вот все штучки, надо еще привыкнуть, потому что каждая лампа лампе рознь. И та у меня чуть по-другому, у нее там не тактиль вот такой вот, а у нее прям кнопочки, и тоже все хорошо. Ну да ладно. Новые зрители, подписывайтесь на канал, ставьте
Ставьте лайки, кому понравилась такая лампа. И, конечно же, мне понравилась тем, что она за 1 цент. Конечно же, если бы тоже было чуть дороже, чем центик, я бы тоже ее взяла, конечно. Очень довольна. И вот такой вот обзор. Небольшой. Да, кстати, хочу показать коробочку еще, потому что, может, нехорошо рассмотрели коробочку. Что здесь... Ничего, вот именно, никакой инструкции, жалко, что нету, вот просто вот такое вот написано, и ничего вообще других, никаких, как ее использовать, ни инструкции, ничего нету. Ну вот реально, вот ничего, как вы видели, не было в самой коробке. Коробка обычно пустая, и вот этот вот пустой листик. Но молодец продавец, что ее запаковал хорошо. Быстро она мне пришла, так как это была доставка из Германии. Если бы я еще быстро ее забрала, так было вообще бы, мне кажется, только 7 дней там давали на доставку. Ну, реально. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а дальше больше. Всем пока-пока и удачи. Спасибо, что были со мной.